Всем привет, с вами Платонова Галина. Сейчас нахожусь на солнечном теплом Кипре и знакомлю вас с нашим партнером Алевтиной Нагай. Алевтина, привет. Всем привет, всем, кто нас видит и слышит. Алевтина была на первом саммите компании JL, который проходил у нас сейчас в апреле 2019 года. И у Алевтины уже произошли первые изменения, так ли это? Да, это действительно так. Я вообще благодарна Вселенной за то, что в моей жизни случилась такая знаменательная для меня встреча. Встреча с компанией JL, с системой Артема Дана Tor System. Это случилось самое, наверное, нужное и тяжелое, трудное время для меня. Несмотря на то, что мы проживаем на солнечном Кипре, в моей семье были определенные проблемы. У меня с моим папой, ему 84 года, и он уже находится, вот, скажем так, уже на стадии деменции, когда превращается в ребенка, капризничает дома очень много, требует к себе повышенного внимания. Большой ребенок. И это не укладывалось в моей голове, потому что когда капризничают дети, это одно, когда капризничает взрослый человек, который твой папа, это немножко не вписывается, наверное, не вписывалось в мое понимание. Я не понимала, зачем он меня так мучает, что он от меня хочет. Вроде бы я все для него делаю, привезла его на Кипр, кормлю, обстирываю, обглаживаю, одеваю. На подносе все подаю, и тем не менее постоянные какие-то упреки, истерики, и это все очень сильно омрачало мою жизнь здесь. И вот случилась вот эта встреча, которая перевернула, полностью перевернула мое понимание того, как понимание наших взаимоотношений. Прослушав буквально после первого же дня тренинга, я услышала там столько нового и важного для себя, что действительно помогло мне пересмотреть наши, по-новому взглянуть на наши взаимоотношения. Я вернулась домой и проделала кое-какие упражнения, которые рекомендовалось провести на тренинге. И скажу так, что за 3 дня изменилась кардинально обстановка в нашем доме. Если вначале я уходила из дома под его ворчание, куда ты опять пошла, во сколько ты опять придешь, а что я буду кушать, и я вот ему все время вот это вот все готовила, вот это я не хочу, и как-то вот так. Но стоило мне самой поменяться, изменить свое отношение и другой посыл, другие чувства, и моментально, это вот как вот, как вот на раз-два, взмах волшебной палочки, изменилось его отношение ко мне тоже. То есть я пришла, я осознала свое, осознала его значение для меня, осознала его важность и вообще его роль, которую он сыграл в моей жизни. Несмотря на то, что уже многие годы как бы он находится на моем попечении, под моим покровительством, тем не менее, нельзя забывать ту роль и то значение, которое и родители имеют изначально. И поменяв свое отношение к нему на любовь, благодарность и долг, да, который я со дня своего рождения должна имею перед ним. Поняв это, искренне прочувствовав это и изменив свое отношение, я получила совершенно вот феноменальный результат. Буквально вот за 2 дня, как стоило только мне изменить к нему свое отношение, и пропала вот эта, казалось бы, неминуемая деменция. Он перестал капризничать, стал наоборот проявлять заботу обо мне, чего раньше не делал. Волноваться, переживать, там, покушала ли я, устала ли я, уходя из дома, спрашивал, ты не забыла свой сотовый телефон, это было что-то невероятное. Спасибо Tor System, спасибо JL. Многие месяцы мы с ним постоянно в чем-то спорили, и вроде бы и любим друг друга, и в то же время мотали нервы, а здесь это просто полное преображение, и по сей день уже прошло неделя с окончанием тренинга, но
каждый день в моей жизни происходят новые и новые интересные моменты, которые я желаю вам всем познакомиться с этой системой, применить эти знания в своей жизни, и вы увидите, что результат просто ошеломительный. Люсина, благодарю за такую трогательную историю. Очень многих сейчас переживает такую же ситуацию, как у тебя, и тоже задаются этим вопросом, как быть, да, когда человек, которого ты знаешь с детства, который носил тебя на руках, ухаживал, любил, целовал, помогал, когда меняешься с ним ролями, да, это очень сложная ситуация, и вот благодаря определенным практикам ситуация уже обратно поменялась. Да, потому что мы очень много своей жизни забываем, когда ты становишься самодостаточным человеком, когда ты в жизни добился определенных результатов, ты забываешь о том, что все равно обязан своим родителям, пусть даже уже на протяжении многих лет они становятся твоими подопечными и на твоем содержании, но вот эту вот первостепенную важную роль изначально, да, заложенную родители остаются родителями на всю жизнь, каким бы вы ни были уже самодостаточными и влиятельными в обществе. Роль родителей уменьшать нельзя ни при каких обстоятельствах. И когда налаживается вот это, вот эти отношения, удивительным образом налаживаются отношения в бизнесе тоже. То есть параллель прослеживается во всех сферах жизни. И это действительно просто, когда ты этого не понимал. И с этим можно жить, но когда ты это понимаешь и видишь результаты, без этого жить уже нельзя. Да, почему это так происходит? Как раз происходит обучение, объясняет на занятиях система Турсистом, почему важны отношения с родом, с родителями, с мамой, с папой, за какие сферы жизни влияют те или иные отношения. Да? Это очень реально важные знания, и очень многие на саммите просили давать обучение, да, вот эти знания детям. Вот как ты к этому относишься? Я сейчас многие уроки, онлайн-уроки, которые прослушиваю, обычно это бывает перед сном, и рано утром они, конечно, не успевают, потому что убегают в школу, но перед сном я тоже включаю себе какие-нибудь занятия и слушаю. И они лежат рядом со мной и невольно прислушиваются ко всему этому тоже. Хотя мне дочка говорит: мам, я не, хоть и на русском говорит, но я не все понимаю, о чем говорят. Мне забавно это слышать, но я рада, что они хоть что-то слышат. Я считаю, что с детства надо прививать детям эти знания, потому что я прожила достаточную сознательную часть своей жизни без этих знаний. Я очень жалею, что не знала этого раньше, потому что, возможно, могла бы избежать очень многих ошибок, которые мы все совершаем в своей жизни, опираясь на эти знания, которые дает нам Артем Дан. Это просто это подарок с его стороны, очень щедрый подарок, потому что он потратил на это многие десятки лет. Больше 30 лет ушло на это. Он потратил на это не только время, это же и огромных финансов стоит получать эти знания, ездить в эти страны, жить там, общаться. А все это в готовом виде, причем самая суть и самое важное, отсеяв уже все лишнее, он дает нам вот просто вот как на блюдечке, на подносе все преподносится. И огромное спасибо ему за это. Это действительно очень щедрый подарок. И тот, кто не воспользуется, не возьмет этот подарок, я считаю, что это все равно, что идти и пройти мимо золотой монеты, которая сверкает на солнце. На самом деле не у каждого человека будет 30 лет жизни, да, потратить, сформировать эту информацию, выяснить, правильно, неправильно, заходит, не заходит, что работает, что не работает. Потому что сейчас на самом деле очень много похожих обучений, и все они разрознены в разных сферах, да. А здесь в системе это именно система, собраны знания именно в одну жесткую систему, которая дополняется. То есть это не разрозненные знания, например, как наладить отношения с мужем, там, с детьми, да. То есть когда вы начинаете делать определенные практики по изменению себя, автоматически меняется все, что окружает вас.
Поэтому, кому заинтересовала данная информация, обращайтесь по ссылке под этим видео. Пишите Алевтине, пишите мне, пишите тем партнерам, которые дали вам этот ролик. Они вам дадут полностью информацию, помогут пройти обучение, помогут пройти регистрацию для партнерской системы, потому что кроме того, что здесь обучаетесь, здесь очень хорошее партнерское вознаграждение. Поэтому, Алевтина, благодарю за связь. Спасибо. За отзыв. Всем пока-пока. Пока.